Здравствуйте, мы возвращаемся в студию прямого эфира на «Репортере». Меня зовут Григорий Блавин. Сегодня мы поговорим о тройном ударе по украинской дипломатии. Две резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, одна в отношении закона об образовании, принятого недавно, вторая по возможному, по мнению ряда экспертов, снятию санкций в январе с Российской Федерации. Опять же, одной из недавних резолюций. И третье, это Европейский суд по правам человека удовлетворил сразу 12 тысяч исков украинцев против государства Украины. Это беспрецедентное в юридической практике решение. Интерактивный опрос. Изменится ли в связи с вот этими принятыми европейской общественностью решениями политика президента Порошенко? Да, либо нет, это тема нашего интерактивного опроса. Игорь Назаренко, Михаил Кацан, политологи у нас в студии. Здравствуйте, Михаил, Игорь. И Александр Орлов, депутат Одесского городского совета от оппозиционного блока. Александр Витальевич, добрый день. Добрый день. Давайте по первому решению. Голосование по закону об образовании. Оно состоялось в четверг. За проект, осуждающий его резолюции, проголосовали 82 депутата парламентской ассамблеи Совета Европы, против 11 человек. В нем подчеркивается, что новый закон влечет за собой значительное сокращение прав национальных меньшинств. Вы согласны с тем, что закон об образовании, который приняла Верховная Рада, он, скажем так, ограничивал права национальных меньшинств, и в данном случае ПАСЕ, представители ПАСЕ были правы, осудив это решение, этот закон. Михаил. Ну, я не согласен абсолютно с той постановкой проблемы, которую задекларировала парламентская ассамблея Совета Европы. Я считаю, что закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Порошенко, он ни в коем образом не ущемляет права национальных меньшинств в Украине. Более того, я считаю, что этот закон в целом, он как раз усиливает систему образования и он усиливает позицию украинского языка как единственного государственного языка в нашем государстве. И очевидно, что, что молодые люди, ученики, чтобы иметь дальнейшие перспективы в нашем государстве и получить высшее образование, они должны изучать украинский язык в школе и должны изучать предметы на украинском языке в школе. В данном случае, то есть вы согласны, что позиция премьер-министра Венгрии и румынского руководства, которые, собственно, и инициировали подачу этого обращения в ПАСЕ, в результате которого было, грубо говоря, ПАСЕ удовлетворило жалобу Венгрии и Румынии, вы не согласны ни с Румынией, ни с Венгрией, ни с уважаемым органом парламентской ассамблеи Совета Европы? Ну, я вам скажу, что, например, Болгария, она не высказала такой же позиции по отношению к этому закону, как высказала, например, Венгрия либо Румыния. Хотя у нас этнических болгар достаточно много, так, и не меньше, чем венгров и румынов. Я хотел бы отметить, я уже отмечал это в предыдущем эфире на канале «Репортер», что мы имеем дело с правыми правительствами и в Венгрии, и в Румынии. И, конечно же, это диктует определенную повестку дня в этих странах и их внешний политический курс. Более того, естественно, в преддверии своих национальных выборов и с целью укрепления позиции правящей партии в этих странах, они, конечно же, склонны к определенному популизму, к зарабатыванию политических очков вне страны, потому что это всегда легче, чем проводя реформы внутри страны. Хорошо. Вопрос, Александр Витальевич, Игорь. Вы как считаете, парламентская ассамблея Совета Европы подыграла Венгрии и Румынии? Почему она не подыграла Украине в данном случае, если все-таки мы говорим о внутриполитических отношениях в Венгрии и Румынии накануне выборов в этих странах? Ну, я, понимаете, вот я уже слышу не только, это, видать, такое запустили сейчас у нас по всем политологам, и по комментаторам такую, знаете, линию, говорите о том, что мы должны усиливать государственный язык, а проводится в этих странах, в которых побеждает сейчас в Европе такой тренд не левацкий, а правый тренд, и вот в угоду правым поэтому происходит. Это вот такое вот, знаете, я уже слышу не от одного политолога, везде там у нас такая уже пошла тенденция, видать, дали команду. Попахивает темничком. Да, темничек пошел такой. Но, понимаете, в чем дело? Ну, я вот даже мне очень много хочется сказать на этот счет. Во-первых. Ну почему, да? Почему? Да, почему на стороне Венгрии и Румынии? Да, Венгрии и Румынии. Почему? Потому что этот закон,
он полностью расходится со всеми законами Европейского Союза, с хартией национальных меньшинств. А зачем мы полностью расходится? Зачем тогда? Мы уже политически вот с такими разговорами мы споткнулись. Помните закон, отмененный сразу Верховной Радой на волне вот революционности? 23 февраля 2014 года. Да. Что после этого произошло? Его не подписали. Почему? Нет, произошло событие. Произошли события. Я хочу напомнить, с Крымом и с Донецком. Может быть, это было формальным, конечно, повод, я так понимаю. Скорее всего, да. Да, скорее всего, но он произошел. Теперь мы говорим о том, что существует ряд, мы же там стремимся в Европу, да? Мы должны же изучать вообще тенденции, какие происходят. Значит, почему-то Швейцария не озабочена, там сколько языков государственных? 5? Значит, она не озабочена, Швейцария, вот такое государство. Оно чуть не озабочено проблемами, на каком языке там будут учиться, на немецком, на французском, на итальянском и так далее. Они чуть не озабочены. Мы почему-то озаботились обучением на украинском языке, но не озаботились качеством обучения в наших вузах. Понимаете, да, если вернуться. Мы почему-то не озаботились реформой образования, исключая математику, физику, там, естественные науки. То есть растим людей, которые вообще из школы будут выходить с элементарными какими-то знаниями, я так понимаю. Но теперь смотрите, да, что происходит, вернемся уже к этому. Почему болгары не заявили? Вообще это очень серьезный вопрос, очень серьезный вопрос. И если члены Евросоюза, имеющие уже, как мы понимаем, территориальные претензии к нашей стране, поднимают этот вопрос, то у меня вопрос к экспертам, уважаемым нашим законотворческим, к Министерству иностранных дел, к людям, которые готовили этот закон. А вы вообще учитывали общеполитическую ситуацию? Вы вообще читали документы, вы изучали матчасть закона Европы, как это трактуют? И говорили ли вы вообще, готовили ли вы общественное мнение в той же Венгрии, там же посол есть наш или нет его? Он там есть, да? Он что-то там разговаривал перед этим, понимали, что это произойдет? В Румынии есть? Румыния вообще Украину, нашу страну, поддерживала во всех вопросах. Я не видел, чтобы румыны каким-то образом... Мы им шельф подарили при Ющенко, помните, да, делали подарки. То есть румыны никак, нельзя их обвинить в том, что они не поддерживали нашу страну. Они поддерживали. Но есть вопросы, даже вот о том, что мы сейчас, что прозвучало, что мы там, они готовятся к выборам. Да и это надо учитывать. В этом-то и заключается внешнеполитическая деятельность страны. Вот мы с вами сейчас говорим о Румынии и Венгрии, но на самом деле Парламентская ассамблея Совета Европы – это орган, в котором представлены 33 европейские страны, 82 депутата, представителя, точнее, может быть, я ошибаюсь в терминах, 82 представителя ПАСЕ проголосовали за резолюцию, осуждающую закон об образовании в Украине, и против 11. Из этих 11 – один британец, все остальные – украинцы. Понимаете, единодушие, единогласие, абсолютная солидарность абсолютного большинства представителей ПАСЕ. Что это? Сговор? Михаил, вот вы слышали сейчас позицию представителя оппозиционного блока. Это сговор или все-таки действительно искреннее недоумение по поводу того, что сейчас происходит на политической арене в Украине? Либо, может, какая-то вот попытка проучить, показать место Украины на карте Европы. Что это? Смотрите, я всегда сторонник объективного, трезвого подхода. Есть разные точки зрения, не обязательно человек, высказывающий противоположную точку зрения, он руководствуется каким-то темником и так далее. У каждого есть своя точка зрения, на то мы и демократическое общество. Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы отметить следующее, что, конечно же, голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы не в нашу пользу, оно продемонстрировало определенную озабоченность со стороны делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы и непонимание, очевидное непонимание, в том числе и вот закона об образовании, который был принят, так? Но это не говорит о том, что его не нужно было принимать. Я согласен с тем, что нужно было проводить определенную арт-подготовку, что называется. Нужно было проводить дипломатическую работу, нужно было действительно доносить до
политикума и Венгрии, и Румынии, и правящих элит, и даже общественности о необходимости принятия этого закона, согласовывать отдельные позиции этого закона и так далее, и так далее. Это абсолютно с этим согласен. Но я считаю следующее, что данный закон, он имеет определенную под собой философию, определенное основание. Я считаю, что этот закон нужно было принимать, этот закон был принят. То, что нужно работать над улучшением качества образования и высшего образования, и среднего образования, абсолютно с этим согласен и разделяю полностью эту точку зрения. Но данный закон и положение этого закона и в части школьного образования, они как раз и направлены на создание современной школы и современного образования. Дело в том, что я, как человек, который закончил магистратуру в Венском университете, в Австрии проучился 1.5 года, я имею представление, что такое западное образование, что такое западное высшее образование. И я прекрасно понимаю, что нам нужно развивать и совершенствовать систему высшего образования. Другое дело, что у нас есть вопрос, связанный с недофинансированием, и, например, невозможность для ученых доступа к западным библиотечным системам и так далее, и так далее. К сожалению, этот вопрос пока не решается. Но, опять же, мы говорим о каких-то концептуальных вещах. То, что систему реформировать и модернизировать нужно, это однозначно. То, что за последние годы автономия и университетов увеличилась, это факты, это однозначно. Сейчас университет обладает большей автономией и в материальном отношении, и в организационном отношении. И это тоже очень важно. Поэтому, подводя итог к тому, отвечая на ваш вопрос, я хочу еще раз сказать, что позиция венгров и позиция румын, мы уважаем эту позицию, это наши соседи, друзья, действительно, мы имеем долгие отношения с ними, но Украина есть собственные национальные интересы и есть, естественно, понимание и видение своего будущего. Господин Ариев, представитель блока Петра Порошенко в Верховной Раде, в эфире канала 112, прокомментировал резолюцию следующим образом. Это больше политическое решение, нежели то, целью которого была защита национальных меньшинств за рубежом. С правовой точки зрения для Украины абсолютно ничего не изменилось и не изменится. Это прогноз господина Ариева. Прогноз господина Назарина. Достаточно было посмотреть в глаза господину Ариеву. Они бегали, он был испуган. То же самое я увидел на лице Геращенко, которая тоже пыталась отпиаривать абсолютнейший конфуз. Она лице господина Порошенко, который выступал перед собственным решением. Господин Порошенко всегда уверен в том, что ему принесли спичрайтеры. И он хороший актер, он научился хорошо читать суфлера. Вот. Но есть некая реальность. Вот. Если верить господину Джангирову, есть такой политолог известный на Украине, он сказал, что совок сменил жлобок. И вот в рамках вот этого жлобка происходят абсолютно страшные вещи. Закон вот этот вот, я с Михаилом не могу согласиться, он антиукраинский во всех смыслах. И он даже страшен не тем, что он навязывает 70% русскодумающим людей, которые проживают на Украине, язык, на котором им будет тяжело учиться, язык, на котором нету прописано огромного количества терминов, которые существовали в рамках русской науки, да? То есть я, как человек, который бывал в Туркмении, там происходили аналогичные вещи туркменизации науки, и это привело к резкому падению учебного процесса. Во всех смыслах. Вот то же самое происходит на Украине. Возможно, это временно, но мы теряем время. И сейчас, когда есть кризис, мы должны цепляться за все и вытягивать эту науку. Действительно, нам надо выходить на зарубежные библиотеки. Но кто будет выходить на эти зарубежные библиотеки, если мы отменяем научные предметы, естественные науки? Нет, не сами, некому будет заходить. Да, чего? То есть вы понимаете, да, то есть если на уроке
будут изучать лошадку с точки зрения химии, ну, в рамках одного часа учебного, с точки зрения химии, с точки зрения биологии, с точки зрения социологии, вот, дети выйдут с кашей в голове, это будут абсолютно прекрасные, там, я не знаю, я даже не знаю, где их применить, они унитазы поломают, когда будут их применять. Можно я, вот, я не знаю, дополню, вот Миша понимает, он сам в Австрии учился, а не в Украине, понимаете? И в Украине тоже заканчивается. Ну, понял, что не совсем все нормально, и пошел в Австрию учиться. Да, не все могут. Значит, в рамках дебилизации населения необходимо определенными законами, значит, создать условия для того, чтобы те, кто не может учиться нормально, остались на низком уровне. А те, кто может, уехали учиться за границу. Уже сейчас поток наших детей в Польшу, в Венгрию, Румынию, даже в ту же Болгарию, ну и в соседнюю не будем называть страну, увеличился в разы для получения образования там. Понимаете, в чем дело? И вот такими... Следующий закон будет, это цветочки, это же окно Овертона, мы же о чем говорим. Вот сейчас бросили эту штучку, а завтра бросят переход с кириллицы на латиницу. Да. Понимаете? Давайте вот все-таки я когда ваши передачи прочитал, это понятно, уже с ума сходят люди. Нина Матвиенко, певица, она уже заявляет, что мы создали этот магнитное поле Земли украинской. Давайте, да, я на правах ведущего все-таки перейду. Понимаете, такие законы приводят к дебилизации не только людей, которые еще не окрепшие, но уже и с какими-то вроде бы, я считал, мозгами. Давайте я переведу вектор закона образования все-таки на решение резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы. Это тема нашей программы. Вот украинский, киевский политолог-международник Олег Волошин заявил, украинская власть, увлекшись националистической повесткой, теряет европейскую. Это он так прокомментировал резолюцию по образованию и резолюцию по СЭ, о которой мы сейчас будем говорить. Это решение парламентской ассамблеи, согласно которому большинством голосов утверждено решение, которое может снять в перспективе политические санкции с Российской Федерации. Дело в том, что почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. Киев, напомню, требовал убрать норму, по которой ПАСЕ и Комитет Министров должны гармонизировать правила участия представительства стран-членов ПАСЕ в обоих уставных органах. Кстати, именно эта норма позволяет отменить все ограничения, наложенные на Российскую Федерацию в ПАСЕ, потому что в Комитете Министров Совета Европы нет санкций против России. Вот формулировка решения, собственно, парламентской ассамблеи Совета Европы. Говорят, что именно это решение может подтолкнуть ПАСЕ к тому, что в январе санкции с Россией могут быть сняты. Это уже прочит очередной провал работы украинского Министерства иностранных дел. Как вы считаете, к чему приведет это решение и к чему придет возможное снятие санкций с Россией? Михаил. Я хотел бы отметить следующее. Опять же, в порядке реплики. Я согласен, и, к сожалению, действительно, это, к большому сожалению, многие сейчас выпускники школ едут за рубеж учиться и в Польшу, и мы теряем абитуриентов, наши университеты теряют. Это действительно большая проблема. И, к сожалению, нету пока вот понимания, как остановить этот отток мозгов просто на Запад. Здесь абсолютно с вами согласен. Улучшение условий жизни. Здесь условия, во-первых, улучшение условий обучения. Может, я эмоционально? Очень коротко. Вот у нас даже очень коротко. Университеты чем заняты? Ну, университеты еще не 40-х, 50-х годов условия. Вот у нас в Одессе. У нас же, возьмите решение по университетам и по нашим, они только, сейчас вот некоторые вещи подняли вот в городском совете, они же только земли распродают и строят там жилье, вот и все. Вся задача ректора, Мечникова, да, в частности. Ну, да. Смотрите, есть, а не наука. Смотрите, есть разные университеты, например, Национальный университет детской юридической академии за последние 20 лет настолько просто развился, что приезжают постоянно в университет иностранцы, и они удивляются. Вот только недавно приехал американский адвокат, он удивляется, какой инфраструктуры достиг университет за последние годы, и это несравнимо с западными аналогами. Да, он же еще даже и судья, да? Да, и судья, и был потом адвокат, недавно приехал. Дело даже, вот возвращаясь к теме. Давайте коротко об образовании, все-таки дальше перейдем. Очень, я бы хотел бы сказать по поводу санкций, очень важный момент, по поводу отношения Европы к Украине. Дело в том, что 10 октября комитет Европейского парламента по международным делам, он рекомендовал Европейскому Совету,
так, который будет проводить совместный саммит с Украиной в рамках Восточного партнерства в конце ноября, рассмотреть возможность об углубленном варианте Восточного партнерства не только для Украины, но и для Молдавии, для Грузии, которые подписали тоже соглашение об ассоциации. То есть, что я хотел бы отметить, тут мы видим разновекторную реакцию со стороны в Европе. С одной стороны, мы видим негативные резолюции ПАСЕ, с другой стороны, мы видим решение комитета Европейского парламента, которое, собственно, и способствует дальнейшему интеграции Украины. Mm-hmm. На этой неделе было много событий, негативное выступление министра иностранных дел Венгрии, который, собственно, пообещал затормозить интеграцию Украины и так далее, и так далее. Я хотел бы отметить, что вот все-таки, несмотря на вот эти вот проблемы, которыми столкнулась Украина, все-таки вектор на европейскую интеграцию, он не будет снят. Но какой урок может вынести, собственно, мы можем вынести украинское государство из этой ситуации? Наверное, все-таки стоит больше уделять время предварительной подготовке и предварительной работе с лоббистскими группами в странах, которые потенциально, чьи интересы потенциально могут затронуты тем или иным законом. Это в том случае, если в министерстве есть какая-то внутренняя координация или даже в Кабмине. У них даже в министерстве, внутри министерства, у меня просто есть инсайдерская, я испугаю людей этим словом, информация, что творится в МИДе. У меня знакомые мидовцы есть. То есть, ну, там хавайся. Там просто кошмар. То есть, никаких стандартов нет. Они не знают, что происходит в соседнем отделе. Они не могут обрабатывать информацию, поступающую из посольства. Это то, что говорил Александр. То есть на самом деле они абсолютно не готовы к внешнеполитической работе. И это результат вот этой вот деградации, которая происходит вот просто космическими темпами вот, в рамках вот нашего государства. То есть я даже злобного замысла в этом не вижу. Это просто естественное отупление, оглупление. То есть в отличие в данном случае, скажем, бездеятельности или неэффективная деятельность украинского МИД на фоне российского получается? То есть, опять же, мой вопрос, который касался 10 минут Венгрии и Румынии, 10 минут назад, другое. Значит, подыгрывает ли ПАСЕ Российской Федерации? Понимаете, в чем дело? Подыгрывает, не подыгрывает. Вот мы живем в реальном мире. И Европа сталкивается с очень большими вызовами и так называемым европейским сепаратизмом. Вот события в Каталонии, там даже сейчас события в Англии, Каталония. Северная лига Италии, Милан, это тоже тлеющий такой конфликт. Значит, Силезия, страна Польша, Басков, кстати, да, если страна... Каталония могла бы стать следующей, да, если бы все-таки Каталонии события вышли из-под контроля Мадрида. И участие Сороса в этих каталонских событиях, ведь там он очень активен. То есть получается, что это Сорос читает Соединенные Штаты Америки. То есть Соединенные Штаты Америки добиваются чего? Регионализации Европы. Да. То есть, по сути, они ставят те же самые... Как это применительно к Украине? Сейчас я хочу... Украины. Теперь смотрите, Европа сама сталкивается с большими вызовами. То есть, вот тот механизм Европейского Союза, который был запущен когда-то, он уже перестает действовать и малоэффективен, если начинается уже внутри Европейского Союза какие-то процессы, которые начинают отталкивать друг от друга, ну, казалось бы, исконная территория Евросоюза. А сейчас еще проблема Европейского Союза в том, что есть старая Европа, есть молодая Европа, есть богатые страны, есть бедные страны. Европа двух скоростей. Да, Европа двух скоростей. Понимаете? И это все приводит к центробежным каким-то вещам. Они должны это остановить. Ну, иначе, ну, я боюсь даже вот представить, когда пойдет вот это деление, значит, очень сильно, оно уже началось. Для того, чтобы это деление не продолжилось и не переросло в горячую фазу, необходимо в Европе и в окружении европейском, будем так говорить, на европейском театре военных действий, называя, значит, военным языком, остановить горячие процессы, чтобы они не перешли. Где горячий конфликт фактически в центре Европы? В Украине. И его необходимо погасить. Не говорить о нем и говорить, там, соглашаясь на словах, мы выполним, и для этого ничего не делать. А действительно погасить, потому что вот эта фаза, горячий сепаратизм, может перекинуться быстро и в Европейский Союз. Поэтому необходимо срочно европейцам в течение буквально вот этих 1-2 лет погасить вот эти точки. И одна из них — это, к сожалению, наша страна.
любыми средствами. Поэтому они должны, я не хочу сейчас даже вдаваться в вот эти подробности, чтобы меня там ни в чем не обвинили, они будут это делать любыми, я подчеркиваю, средствами, и это уже видно. Вот это первый звоночек, вот это тройственное решение, оно не так. Все эти разговоры, извините, Миша, бла-бла-бла про углубление. Когда мне говорят про углубление, я очень напрягаюсь. То так углубят, что потом не вылезешь с этого углубления, понимаете? Значит, это должны быть конкретные действия. Поэтому это уже явное предупреждение. И я когда смотрел выступление нашего президента, меня очень поразило отсутствие парламентария в зале. То есть больше половины зала отсутствовало. То есть уже не интересно, что скажет Украина. Они знают, что скажут. Они хотят видеть действия, а не слова. Поэтому за вот этими предупреждениями, это ж три одновременно произошло фактически, последуют другие действия, понимаете? И я боюсь, что это действие сильно не понравится нашему руководству, да. И могут привести к различным таким вот другим конфигурациям. Для того, чтобы, значит, этого не произошло, надо сейчас в корне менять риторику и, там, и политику, и уже, там сказать, опираться на какие-то реалии. Извините, что я говорю так обще, чтобы там не делать. Но это продолжать. Ведь мы уже ассоциируемся в Европе, да и в мире. Вот приезжает человек, знаете, как вот родственник бедный приезжает, и знаешь, он будет у тебя просить взаймы. Вот знаешь. И ты начинаешь от него скрываться, принимать решения, которые, собственно, дадут ему понять, что это свое государство, а не клянчить у других. Я бы хотел напоследок рассмотреть еще одну, вот третий удар, да, по Украине со стороны европейского сообщества. Европейский суд по правам человека удовлетворил пакетом 12 тысяч исков украинского государства. Напомню, Украина была в лидерах европейских по количеству исков против государства Украины в Европейский суд по правам человека. Михаил, о чем это говорит? Ну, конечно же, я думаю, что и отчасти политические какие-то политические мотивы тоже видны в действиях Европейского суда по правам человека. Но я бы хотел обратить внимание, все-таки, когда мы даже присоединяем, то есть рассматриваем действия Европейского суда по правам человека в контексте резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, мы ставим под сомнение непредвзятость суда, Европейского суда по правам человека. Все-таки я бы не сводил все эти три вопроса воедино, а рассматривал бы по отдельности, иначе мы опять скатываемся в какую-то конспирологию. Так совпало, по датам, совпало, но по времени этих событий. Еще раз, понимаете, очень много в жизни может совпадать по датам и так далее, но когда мы, понимаете, мы все можем сводить воедино, из этого вырастает конспирология на совершенно разные темы. Поэтому я бы все-таки не рассматривал решение ЕСПЧ по удовлетворению вот этих исков как часть сценария, направленного на так сказать, ограничение и на наказание Украины. Я бы так не рассматривал. И еще раз я хочу вот обратить свое внимание и донести точку зрения. Так? То есть здесь вот даже в процессе дискуссии мы увидели, что вот мои коллеги по эфиру, они считают, что самое главное это сейчас сосредоточиться на экономических реформах. Я абсолютно с этим согласен. Действительно, сейчас нужно делать главный упор на экономические реформы. Возможно, вот такого рода решения, они не являются, что называется, up to the moment, да, то есть не являются наиболее актуальными. Но при этом все равно рано или поздно вопрос о языке обучения, вопрос о будущем государстве, вопрос о культурологическом единстве, о какой-то национальной идентичности должен был встать. Но это ничуть не умаляет необходимости интенсификации экономических реформ. И, конечно же, имея безвизовый режим с Европейским Союзом, очень многие просто не в состоянии поехать в Европейский Союз, потому что им не позволяет их материальное положение, и оно оставляет желать лучшего. Поэтому реформы не должны проходить динамично, прежде всего в экономической сфере. Но формирование культурной идентичности, оно тоже является очень важным. Это моя позиция. Позволите, собственно, я просто немножко уточню. Я категорически не считаю, что нам надо сосредотачиваться только на экономических реформах по одной простой причине. Потому что у нас с идеологией не все в порядке.
Потому что двигаться и быть эффективными в экономических реформах мы сможем только тогда, когда мы нарисуем будущее для Украины. И это будущее, которое будет гармонично вписываться в будущее всего мира. Вот извините за такую тавтологию, но мы должны думать, какой Украина будет через 50 лет, а не думать о том, как выглядели наши предки в вышиванках, какого цвета это были вышиванки, какие у нас были мазанки. Вот этот идиотский, извините, вот тренд, который запустил когда-то Ющенко, любитель вышиванок и мазанок и писанок, вот, который мечтал о какой-то средневековой Украине, как идеале для Украины будущего, может нас привести только к деградации, что отсюда просто разъедутся все украинцы, их здесь просто не будет. А остальные вымрут с голоду. То есть на самом деле надо искать образ Украины, причем образ для всех, а не только для тех, кто говорит на русском или не говорит. Социологи и ученые анализировали, что при 70% русскодумающего населения на Украине, которое считает себя украинцами, но они русскоязычные. Я тоже русскоязычный украинец. Я себя идентифицирую с этой землей. Я здесь родился. И я не ищу себе другую. Но я русскоязычный. Что делать мне, если это язык моей матери? Вот. Что делать всем остальным? То есть на самом деле надо подарить будущее, в котором мы стремились бы все жители нашей страны. Вот это объединит, и тогда реформы получатся. А если мы будем мечтать о мазанках и писанках, ну у нас ничего не будет. Ну, о писанке можно мечтать. У нас остается, буквально сообщает, у нас остается полминуты до конца эфира. Напомню, тема интерактивного вопроса звучала так: изменится ли политика Порошенко в связи с решениями, с резолюциями Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейским судом по правам человека? 4% считают, что она изменится. 4%. То есть это рейтинг нашего президента? В данном случае понятно, что вопрос не репрезентативный. Но почему такое неверие? Вот может быть действительно следующая его речь в парламентской ассамблее будет выглядеть иначе. Будет получить поддержку. Я считаю, что и следующая резолюция будет куда успешнее. Президент, когда его выбрали, вот я как политолог, я вот искренне верил, что через какое-то время, через 2 недели, может быть через месяц, он выйдет и скажет: я президент всех украинцев. Вот все, что происходило до этого, это некое недоразумение. Я президент всех украинцев, и в этой стране будет главенствовать закон, как бы это кому не нравилось. Но он этого не сделал. Mm-hmm. И не сделал в течение скольких? 3 лет? Буквально по 20 секунд. Коротко ремарка. Я считаю, это моя позиция, что все-таки Петр Порошенко является президентом для всех украинцев. Но это моя позиция. Это первый момент. Второй момент в отношении истории. Действительно, это нормально, когда у каждого региона есть своя история, свои особенности и так далее. Но нужно понимать, что нельзя построить будущего, не разобравшись в прошлом и не сформировав вот эту вот культурную идентичность, которая бы объединила всех граждан Украины, и вот чтобы была очень сильная аффилиация с единой неделимой украинской государственностью. Это моя позиция. Коротко, я когда-то тоже так мыслил, а вот я считаю, что все-таки наша сила в нашем разнообразии. И как только, если мы не... Миша надо было в армии служить. Жалею, что он не служил. Надо всех по одну гребенку, строй если поставить. Можно, да. Коротко, да, значит, если поэтому можно, вот как только мы прекратим всех ставить под одно там покрывало, а поймем, что люди разные, и будем по-разному воспринимать их, и по-разному действительно объединение через разъединение. То есть надо признать, что в едином государстве могут присутствовать различные типы культур. Ничего в этом страшного нет. И когда мы это только поймем, а не начнем действовать ефрейторскими методами, загоняя всех под одну гребенку, вот тогда будет у нас и мир, и спокойствие. Все, спасибо, мы заканчиваем. Но, к сожалению, слишком много времени ушло на эту дискуссию. Оставайтесь репортером. Спасибо, счастливо.